Так, что мы сделаем сейчас, пока Дима разгрузит спину? Я тебя чуть подпущу. Можешь подсесть. Хочешь? Значит, смотрите, я чуть-чуть ослаблю простынь. Из этого положения будут слегка пригибаться коленные суставы, совсем незначительно. Дима будет касаться буквально слегка ладонью шведской стенки, и мы будем прорабатывать движение такое, это даже не полуприсед, а движение тазом, прогружая поясницу и мышцы бедра. А без этого не обязательно держаться? Можешь не держаться вообще. Давай. Сейчас, секунду, я это посмотрю. Давай. Тянется грудным отделом, тянемся животом, тянемся тазом. У Димы уже получается не держаться. На начальном этапе вы работаете с фиксацией руками за шведскую стенку, чтобы спастика вас не вернула назад. Еще подотпустить? Давай, попробуй. Только держи, чтобы я не прилетал. Нет, я подотпускаю, держу. Сверху, чтобы лицо не падало, ага. Как, вот так? Да. Давай. Раз. Два. Все нормально. Лови меня, Катя. Ты зафиксирован со всех сторон. Все остальное работаешь ты. Сейчас спастику собью. Угу. То есть вот оно свободно болтыхается наше полотенечко. Может, еще попробуем еще? Давай. Или нет? Можно, сейчас, секунду. Как раз, ну, если я буду падать, ты должна меня поймать. Ты никуда не упадешь. Ну, то есть ты фиксирован, то есть там узелок, а здесь я держу натяжение. Ого. Давай. Пробуй. Рука. Ага. Это очень тяжело. Давай хотя бы 5. Вставай, вытягивайся. 2. Три. Я уже устал. Сейчас еще 2, да? Угу. 4. Растешь, встаешь. Я понимаю. Я же не тебе, но не только тебе. Все. 5. Все. Можно я? Так, можно. Убираем ленту.